Всем привет, с вами я, Алена, и я вас уверяю, что счастье есть. И небольшим кусочком счастья я хочу с вами поделиться, показать свои покупки из магазина Fix Price. Давайте приступать. Начнем мы с вами вот с такой вот корзинки за 149 рублей. Корзинка большая на 10,5 литров. Корзинка с ручками. Мы все помним, такие небольшие были лукошки. И еще была в красном цвете. Мне понравилась вот в таком вот мятном. Классная корзинка. Я прям очень ей довольна. Пластик пищевой, полипропилен. Можно собирать сюда ягоды или какие-то грибы. Да все что угодно. Дальше покажу вам вот такую классную миску. Я давно хотела себе такую приобрести на сайте Shopping Life, но там уж больно дорогие они были. Мне нравится вот это вот силиконовое донышко. Оно не скользит. Миска никуда не уедет со стола. Стоит она 199 рублей. Здесь 2,5 литра. Сама миска нержавеющая сталь, донышко силикон, крышка полипропилен. Вот такая вот классная мисочка. Дальше еще одно удивление для меня. Это сухой корм для кошек Winner от Мираторг. 190 грамм, 77 рублей. Этот корм с говядиной для стерилизованных кошек. Мы свою кошечку уже недавно стерилизовали. И вот как раз ей этот корм подойдет идеально. Давно его искала во всех магазинах специализированных. Но, к сожалению, нигде его не было. Fix Price, конечно же, порадовал. Да и цена тоже приятная, 77 рублей. В обзоре полочек я вам читала состав. Состав, кстати, очень даже хороший. Дальше для себя, для слепындры взяла вот такой вот классный дорожный набор для контактных линз, 77 рублей. Было несколько вариантов. Я выбрала для себя вот такого вот блестящего фламинго. Открываем, смотрим, что же там внутри. Внутри есть зеркальце, очень удобно. Контейнер для раствора, но для дальних поездок, конечно, этого будет мало. Небольшой пинцет с силиконовыми наконечниками. Вот такая вот палочка с присоской. Если честно, первый раз я с такой сталкиваюсь. Для меня это открытие. Ну и сами контейнеры. Классный наборчик. Буду с удовольствием им пользоваться в поездках. Приобрела два шампуня, репейный и дегтярный. Дегтярный от Перхоти, репейный, восстанавливающий для сухих, тусклых, поврежденных волос. А дегтярный для всех типов волос. 55 рублей, 270 миллилитров. Это фитокосметик, народные рецепты. Шампуни классные, не содержат СЛС и парабенов. Попробуйте, кто еще не пробовал, вы останетесь ими довольны. Также из этой серии моя обычная покупка – это густое масло для волос, крапивное, восстановление и защита. 155 мл, 55 рублей. Для меня также это самое лучшее средство для волос, для ухода за волосами. Ничего лучше я еще не находила. Приобрела себе еще вот такую классную новинку. Это контейнер для холодильника. Я его взяла специально для того, чтобы замораживать пельмени. Стоит этот контейнер 99 рублей. Можно его использовать в морозильной камере и в посудомоечной машине также. Выдерживает температуру до 100 градусов. Это полипропилен, пластик, подходит для пищевых продуктов. Были два вида таких контейнеров. Вот с таким прямым донышком и с объемными. Тоже в обзоре полочек показывала. Вроде как пельмешки лежат, то есть... прям вот все четко. Но, к сожалению, тот мне не подойдет. Я такие большие пельмени не делаю. А этот был только один. Поэтому вот его один и взяла. Надеюсь, еще встречу. Все мои постоянные зрители уже знают, что недавно я была у нас на Черном море. И я заезжала в тамошний Fix Price в поселке Новомихайловский Туапсинского района. Приобрела там вот такие вот классные емкости для напитков. 99 рублей на 700 миллилитров. Взяла в зеленом и в белом цвете. Очень они мне понравились.
Приехав сюда, купила еще также зеленый и белый. Шикарные вообще стаканчики. Сейчас вот жара, я в такой стаканчик наливаю себе газировку или какой-нибудь лимонад и хожу по участку, попиваю прохладительные напитки. Состав: полипропилен, полиэтилен. Выдерживает температуру до 80 градусов. Я сначала думала, что здесь вот такой вот маленький стаканчик, но нет, тут огромный стакан. Вот он какой большой. 700 миллилитров, повторюсь еще раз. А главное, форма классная, такие мороженки. Ну, не смогла удержаться, хотя у меня стаканов уже очень много из фикс-прайса, но эти меня просто покорили. Деткам своим взяла вот такую игрушку новую, шоу мыльных пузырей. 99 рублей. В прошлом году была немножко другая, если честно, не самая удобная модель. Там почему-то не надувались пузыри. У этого набора немного другая форма. Надеюсь, тут уже будет все нормально и пузырики будут выдуваться. Игрушка 3+. Мыльный набор, кстати, также входит в комплект. Такой здесь пакетик большой. Были в нескольких цветах. Мне понравился вот такой набор. И увела последнюю подвесную белую полку. Черные еще были в продаже, белая оставалась последняя. Сушилка-держатель 149 рублей. Состав: углеродистая сталь. Ее можно повесить как вертикально, так и горизонтально. В обзоре полочек все уже тоже показали, как ею пользоваться. То есть можно повесить и на шкафчик снизу, вот таким вот образом. Или вертикально на дверцу, вот таким вот образом. Сюда доски, сюда полотенчики. Ну, то есть кто что придумает. За 55 рублей взяла вот такой вот большой рулон бумажных полотенец. Один рулон равняется 3 обычным. Это плюше. 2 слоя 30 метров. Они особо прочные. Я еще такие не пробовала. Надеюсь, они мне понравятся. Внешне они, конечно, внушают доверие. И я не смогла все-таки удержаться, устоять. Приобрела вот такой вот ящик. Сделан он из фанеры. Кашпо подвесное. Называется «Прованс». Было в нескольких цветах. Ну, естественно, мой любимый зеленый цвет. Здесь такая вот джутовая веревочка. Просовываете в отверстие, закрепляете узелками и подвешиваете. А внутрь какие-нибудь цветочки. В общем, конечно, красота. Мне очень понравилась задумка. Исполнение тоже на высоте. Шикарная вещь. Так, и произведена она, по-моему, в России. Да, это Свердловская область, город Полевской. Ну и последняя стандартная моя покупка. Это не молоко, овсяное классическое 3,2%. Беру ее для сына, так как у него непереносимость молока. С удовольствием на нем делаем каши. И так он его просто пьет. Мы с мужем еще любим шоколадное не молоко. Это прям вообще какао. Так что обратите внимание, да и цена 77 рублей. Это самая дешевая цена на этот продукт. Во всех остальных магазинах он стоит гораздо дороже. Ну вот так вот я сходила в магазин Fix Price. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Обязательно ставьте мне лайк. Вам не сложно, мне приятно. Берегите себя и своих близких. А я вас всех люблю и всем пока-пока.